Приветствую вас, Алена. Я эту ситуацию вижу в таком ключе, что вы не уверены в себе, вы сомневаетесь в своей ценности и, соответственно, вот вся эта ситуация, она вот про именно это. Про то, что вы не уверены в себе, про то, что вы сомневаетесь в том, что нужны мужчины. Мужчины, то есть у вас есть проблемы с самооценкой, потому что вы сомневаетесь, что он хочет быть с вами. Вот, и вы стараетесь от себя эти мысли гнать, потому что если это правда, то вам будет, скорее всего, очень больно. Вот, а боли вы не хотите или боитесь её. Ну, а бег от боли — это бег от себя, к сожалению. Вот. И вот получается, по сути, такой вот чуть ли не замкнутый круг, что вы пытаетесь понять своего мужчину, чтобы лучше понимать, чтобы лучше чувствовать себя, но это, к сожалению, это так не работает. Вот. Это не работает вот, в таком ключе, да, что вот, не получится через, там, образно говоря, другого человека, да, лучше понять себя, не получится. Можно и нужно стараться понять себя, но только, извините, через себя. Вот. Не, в коем случае не через другого человека. Это всегда очень чревато какими-то проблемами. Вот. Собственно говоря, в чем вопрос? Да, мужчина не готов сейчас с вами строить, значит, такие вот серьезные отношения, да, мужчина этого делать не готов, это правда, он этого делать не готов, да. Но вопрос заключается в том, на мой взгляд, как вы сами данный момент именно воспринимаете. Вот. То есть именно вот как вы воспринимаете, да, что он не хочет с вами, ну, выстраивать отношения, грубо говоря. Вот. А почему это важно? Потому что если вы принимаете, на свой счет это, то будет проблема. Проблема, потому что вы не сможете человека адекватно понять, принять, почувствовать его. Вот, ну, свои эмоции выразить адекватно вам тоже тяжеловато будет, мягко говоря, если уже не тяжело. Вот, то есть тут, ну, такая вот ситуация, да, не очень хорошая, к сожалению. Поэтому ее нужно вот разрешить, ну, на мой взгляд, ну, по крайней мере, по
по крайней мере, постараться разрешить. Вот. Вот такой вот ответ можно вам дать. То есть, если вы чего-то боитесь, если вы в чем-то сомневаетесь, то нужно более активно этому молодому человеку выражать. Вот, именно более активно. Вот, потому что, как мне кажется, ну, вы не очень, с одной стороны, активно выражаете свои чувства, с другой стороны, вы боитесь, как будто бы это делать. Вот. И это может быть серьезной проблемой для вас. Вот. А мужчина, он чувствует, что вы не уверены в себе, да, он как бы тоже особо не, ну, не торопится, тоже особо не торопится что-то делать, вот. Брать прям, потому что, ну, зачем? Зачем? Пишите, если все и так, в принципе, неплохо. Вот. Такая вот история. Ну, и когда вы говорите, что мне тяжело на расстоянии, тут вот тоже было бы здорово, конечно, посмотреть, что вы имеете в виду, да? Вот, то есть из-за чего вам тяжело на расстоянии, вот. Какая здесь есть проблема? Если есть и трудности. Вот. Я думаю, что, наверное, таким образом можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. Ну, то есть, это вот на данный момент то, что можно ответить вам. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку. В качестве лучшего желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом.